Dreaming of movies, me and mom can do it. Tiger is like this one. Другой тигр. О, это разве тигр? The lion, do you like this helicopter? Mm-hmm. You like a lion, this one? Lion one car. На машинке он хочет поехать. Какая дорожка ведет машинки? Правильно. Huh? Да, правильно. Молодец. Yeah. Правильно. А машинкам это автобус, а надо машину. Машинка. Да. Это, ну. А? Это, да. Ну. Какая машинка? Какого цвета? This one. Да. А какая дорога? Под каким номером? Правильно, под номером 1. И мы едем кататься. Сейчас Милка будет кататься на каруселке. Да? Быстрее, летим. Вот. Так что у нас тут интересный вечерочек намечается. Вот. Милюша, пончик. Да. Куда дальше бежим? Видь, малыш, выйди. Сядь, сядь, сядь. Ready? Давай. Опа. Ой, мамочки. Ой, деда, звери. It's very heavy. Вау, Вила, как высоко. Ah.
ఇక్కడ ఇక్కడ под ноги смотри. Давай, давай, давай. Давай, давай. Молодец. Давай. Где да кетч? Wait, 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 где да кетч? Кетч, где да? Супер. Куда еще ты хочешь? Бесстрашный ребенок. Бесстрашный ребенок. Эй, Миля, выйди. Чудо ты мое. Иди сюда. Иди вон оттуда забирайся. С другой стороны забирайся, Милёш. Пойдем там вот забираться. Да? ಮೈಸೂರು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಲ್ ಚಟ್ಟು ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಲ ಆದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ದು ಊಟ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲ ಊಟ ನಮ್ದು ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ದು ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ದು ಊಟ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲ ಊಟ ನಮ್ದು ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ದು ಹೋಗುಮ ಹೋಗುಮ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗುಮ ಮಾಡುಮ ಮಾಡುಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುಮ ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏತಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕುಡ್ದ ಮಕ್ಕಳೇ ಬದುಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ ಉಳಿತವ ಅಂತ ದೇವದಾಸೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಉಳಿತೀವ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನಕ್ಕೆ Все, мы с Милкой погуляли. Нам было весело и классно. Хотя сначала не хотела ехать, но очень круто понравилось. Вообще увидели на водопад, фонтан. Ни разу еще не видела в этот фонтан. Было очень круто, что он под музыку танцует. Прям потрясающе. Я отдохнула, я просто расслабилась, ни о чем не думала, вообще полностью отключила голову от всего и просто наслаждалась каждым моментом, проведенным с Милкой. Я очень-очень рада, что мы смогли выбраться, погулять в этом парке, Милка поиграть, побегать, пообщаться с детишками, а я просто понаблюдать и релакснуть. Это действительно мне было сейчас необходимо. Я действительно вот, знаете, ни о чем не думала. Мне было все равно, что будет завтра, что будет через час. Мне было самое главное, что мы сейчас выбрались и кайфуем. Это так классно иногда отключать голову и просто наслаждаться моментом.
Приглашаю всех на презентацию моей книги в понедельник, 6 февраля, в 5 часов по московскому времени. На своем YouTube-канале я проведу прямой эфир, где расскажу вам про свою книгу, про ее создание и как можно ее приобрести.